Как дела с твоим побочным проектом? Я тут отслеживала трафик инженеров. 60% проходит через одно и то же место. Частный офшорный центр данных. Нам удастся туда влезть? Через сеть не выйдет. Придется идти тебе, причем незаметно. Где он находится? У берегов Англии. Это бывший морской форт. Владелец явно зашибает миллионы за этот хостинг. То есть надо поставить жучок и уйти? Да, и уйти надо тихо, иначе они все сотрут. Итак, вот план. Осторожнее на подходе к цели. Мидли Росингтон закупил лучшие охранные системы. Да и охранников там хватает. Я думал, охрана там не очень. Все относительно. Точки доступа к потокам данных есть только на верхних этажах. Там в основном жилые комнаты, но вы найдете то, что нужно. Ясно. Я в зале, Грим. Взламываю роутер. Процесс пошел. Один есть, осталось два. Тут тебе данные нашел. Спасибо. Посмотрю, когда вернешься. Sniper One report. All is quiet. I'm not seeing anything.
reporting in. Everything's quiet. Нашел мобильник. Ставлю жучок. Жучок активирован. Остался один. Скажи Чарли, его опять ждет сюрприз. Я добыл ноутбук. Передам. Поставил жучка на основную линию. Жучки активированы, система работает. Теперь пора выбираться. Давай пройдем. Без шума? Лучше без. Точка эвакуации в порту. Ясно, уже в пути. Спешнее, чем предполагалось. Парни, которого ты взял, много лет разыскивал Интерпол. Рад слышать. Точки отхода, Грим. Хорошо. Увидимся на борту.